Кизляре сегодня почтили память жертв теракта 9 января 1996 года. В мероприятии приняли участие жители города и района, а также руководство. Они возложили цветы к мемориалу в память о трагических событиях. Горе тогда произошло в каждом доме. Отозвалось в сердцах людей острой болью. Почти сутки кизлярцы в качестве заложников вместе с вооруженными террористами находились в больнице. В результате нападения боевиков на Кизляр погиб 51 человек, среди которых 5 сотрудников органов внутренних дел. В числе раненых 174 человека.